Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я бы хотел вам показать старый дизайн сайта. Вдруг кто его не видел, кто не застал этот момент, как это вообще все начиналось и как выглядит старый дизайн сайта. Также, как вы могли заметить, естественно, сейчас он у меня открыт. Я решил заново его выпустить. Единственное, что я его сделал под новым названием. То есть сайт теперь называется RBX Breaking. Значит, смотрите, в чем вообще главное отличие от нового дизайна и почему я решил поменять дизайн, потому что на старом дизайне очень маленький функционал. Здесь нельзя было подать, допустим, элементарно заявку на выкладывание скриптов. И в целом тут как-то больно сыровато, что ли, сайт сделан, ну, изначально был. Но все равно он выглядит прикольно до сих пор. Значит, смотрите, на этом сайте можете менять тему, либо светлую, либо темную. На новом дизайне это делать нельзя. Также вообще в чем отличие? Здесь на старом дизайне сразу в строчку показывается 4 скрипта, а на новом 3 всего лишь. Также здесь есть довольно удобная функция, ну была, на, ну и сейчас осталась на старом дизайне. Допустим, если вот вы зашли в читы, и в поиске допишем, допустим, напишите Blade Ball. Ну, давайте просто Blade напишем. Нажмем поиск. Так, и я, походу, неправильно написал, да? Так, сейчас, секунду. Вот сейчас, по идее, правильно. Так, нажимаем поиск. Вот, как видите, скрипты нашлись. Если мы на новом дизайне так попробуем сделать, со вкладки Exploits попробуем написать в поиске название какого-то скрипта, то он у нас его не найдет, потому что там идет именно поиск по вкладкам. А здесь же, типа, вкладки, они одинаковые и взаимодействуют сами с собой. То есть, если, допустим, напишем Star, то есть чит у нас найдет тоже. И это делается с любой вкладки. Ну, чит не особо нашел, но, короче, он нашел все скрипты, где написано название Star. Как вы можете заметить. Также здесь у нас на старом дизайне, вместо того, то, что показывает, сколько скачиваний, там, сколько загрузок людей и онлайна, у нас здесь просто краткая информация, краткие вопросы вот находятся. А также здесь на старом дизайне нету кнопки копировать. То есть, когда вы получали здесь скрипт, вам нужно его копировать самим. То есть, вы его сначала выделяете, потом сами с помощью клавиш его копируете. В принципе, вроде бы все более-менее показал, объяснил. Короче, если остались алды, которым нравился старый дизайн сайта, которым он запал в душу, пользуйтесь. Теперь он вышел под новым названием. Вот еще раз название показываю, RBX Breaking. Ссылку, естественно, оставлю тоже в описании. В принципе, у меня на этом все. Буду заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться теперь моими двумя сайтами. Старым дизайном, либо новым, какой вам больше нравится. На этом все. С вами был Эйсбан. Всем удачи и пока.